Под покровом ночи в Харькове на взятки задержали двух патрульных, которые наладили схему вымогательства у водителей. Как и сколько они зарабатывали на нарушителях и сколько им за это будет, расскажет Светлана Шикера. Двух патрульных во время получения 20 тысяч гривен взятки задержали этой ночью бойцы спецподразделения «Альфа». Руки на машину. В кармане ложи. Я телефон. На машину. Где ваше оружие? Спокойно, не лезьте, не лезьте к оружию. Оперативники спецслужбы установили, вымогательство было поставлено на поток. Діючі працівники управління патрульної поліції організували механізм систематичного вимагання грошей з водіїв за нібито порушення правил дорожнього руху. В якості посередника патрульні залучили водія таксі. Також під час досудового розслідування нами задокументовані факти отримання учасниками групи хабарів від місцевих мешканців. В зв'язці працювали три копа. Упомянутий таксіст був наводчиком, який вишукував у місті водіїв, які могли там порушити право, наприклад, там міг там чатувати під кафе, що хтось вийде і сяде за руль, за кермо, вибачте, у нетверезому стані. І передавав цю інформацію патрульним, і патрульні вже тоді в районі вишукували ці автівки і вымогали из них гроши. Занимались патрульные и подделкой водительских документов, естественно, за деньги. Раньше у водителя добросовестные патрульные, так, которые не берут хабарів, вылучили водительские права через порушение правил дорожнего руху. Однако водитель хочет продолжать керувати автомобилем, и он звертався до этих правоохранцев, які ему за гроши подроблювали тимчасове посвідчення і видавали. По такой схеме полицейские работали несколько месяцев. Сейчас следователи выясняют, сколько было подобных эпизодов и какие суммы осели в карманах правоохранителей. Двое патрульных уже под стражей, третьему объявили о подозрении. Отвечать придется и таксисту. В патрульной полиции действия коллег не комментируют. На официальной странице в Фейсбуке написали, департамент подобные действия осуждает и будет их искоренять. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер Харьков.